не сижу в чатах. Пытаюсь не чатиться. Ну, чат – это во многом сейчас наша реальность, потому что мы все в чате. Ну, это какое-то общение. Общение, да, людей. Я думаю, что неважно, в каком формате. Чат для меня – это прекрасная, прекрасная просто неожиданность. Все в точку. Испытывала большой страх, когда сюда ехала. Мне очень все нравится, и я прям благодарна этой возможности. Я не ожидала, что будет так круто. Уже нет этой четвертой стены, ты разговариваешь со зрителями. Первого апреля, в день смеха и рождения Гоголя, Омский драматический лицейский театр в третий раз открыл Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Чат». Не, а еще осваивай прямо, гони ее энергию, тогда как бы до конца всю. Свое честное актерское на этот раз дали 8 городов. География расширяется, количество участников тоже. 11 спектаклей за 5 дней. А, да. И заодно сейчас проверим, вот как это все здесь энергетически так работает. Понимаешь? Мы открываем третий Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Чат». Давайте все вместе. Быть или не быть, да. Извечным вопросом задались в первый же день фестиваля в монодраме по мотивам трагедии Шекспира «Сны Гамлета». Своеобразное продолжение знаменитой пьесы рассказывает о посмертных терзаниях принца датского. Главное – обозначить благие цели. Бла-бла-бла-бла. Его мучают кошмары. Чтобы прекратить страшный сон, современный Гамлет дает пресс-конференцию. Но он пытается понять. Вообще, он пытается понять, можно ли что-то понять, по крайней мере. И правильно он сделал, неправильно, правда это была, неправда, действительно этот призрак был. Или вообще, может быть, что-то по-другому можно было сделать. Повторяющийся, навязчивый, вечный. У вас так бывает? Пока Гамлет ищет ответы в зрительном зале Лицейского, на другой сцене, в доме актера, репетируют старосветские помещики. Это история о любви, верности и смерти. Здесь зритель остается наедине с актером. И зритель понимает актера. Вот если актер что-то из себя представляет, как личность, как профессионал, то это вызывает радость и удивление. Мистическую пьесу по произведениям Гоголя бессменный худрук театра Владимир Дель написал и адаптировал сам. В главной и единственной роли Михаил Сиворин. Актер МХАТа имени Горького сыграл сразу 6 персонажей. Кайф в этом есть, когда ты выходишь один и стараешься зацепить зрителей, и в течение часа тащишь за собой, и, конечно, приятно наблюдать, когда зритель за тобой идет. Днем позже к чату присоединяется моноспектакль, родившийся из лирики Есенина. Слушай, слушай, хрипит он, смотря мне в лицо, сам все ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонницей. Впрочем, ни для кого не секрет, что профессия актер, профессия подчиняться, исполнять волю режиссера, театра. А то, что буквально является именно его, совпадает с его ментальностью, с его горячей мечтой, никак не совпадает. Для этого есть такое явление прекрасное. Любой актер может осуществить свою мечту через моноспектакль. Есенин – это то, что я люблю с раннего детства, очень горячо. То, что составляет плоть моей души, если так можно выразить, такая тавтология. Далее – детективный сюжет. Некогда воспетый Иосифом Бродским. 60-е годы. Ялта. Убийство. Виновного давно нашли, осудили, и он уже вернулся на свободу, но до сих пор не может смириться со своим приговором. Мне о нем известно, безусловно, меньше, чем вам. Это Бродский. Это моноспектакль по поэме, и посвящается Ялте, Иосифа Бродского. Это все текст одной поэмы. Да, совершенно верно!
Я ненавидел этого субъекта! Две лампы, стол да чемодан. Вот и все декорации, которые нужны, чтобы рассказать историю семьи Иванова. Спектакль по рассказу Андрея Платонова. Гвардии капитан Алексей Алексеевич возвращается домой с войны. Содержимое его скромного багажа публика может подробно изучить, рассмотрев каждый предмет в отдельности. Многие зрители предполагают, что это может быть суд присяжных. Что тоже вполне может быть, да, что эта история выносится на суд. Вот этим зрителям, которые находятся за столом. 12 зрителей сидят за одним столом с актрисой, которая, по сути, играет за пятерых. «Чуть-чуть», — сказал Иванов. «Поезд опаздывает, скучно его ожидать». Моноспектакль по пьесе французского писателя Жана Кокто «Человеческий голос». Женщина только что пережила разрыв с любимым. Зритель не всегда понимает, с кем говорит героиня. С ускользающим возлюбленным или сама с собой. Я так не люблю говорить, о чем спектакль. Я всегда люблю, чтобы зритель сказал, о чем. Чтобы каждый нашел что-то свое, то, что близко и понятно ему. Дорогая. Атмосфера безумия, режиссерский ход. Любовь часто заставляет человека потерять связь с реальностью. А ты знаешь, я всегда в детстве всегда удивлялась, как этот человеческий голос проходит через телефонные провода. А дальше в чате монолог счастливой женщины. Меня, знаете, как родные называют? Тумбочка. Правда смешно? Тумбочка. «Горбатая» – спектакль «Исповедь», в ходе которого зритель понимает, что героиня, которая по-некрасовски коня на скаку остановит, на себе давно поставила жирный крест. Человек выбирает другую стезю. Он в силу своего характера, в силу того, что, может быть, она поставила на себе крест, она решает... Ну, как решает? Она это и делает. Она отдает всю себя родственникам, людям. То есть она растворяется в мире, она помогает как может, чтобы, ну, если уже говорить образно, у нее вот есть это уродство, ну, чтобы у них не было. Героиня пьесы «А рыбы спят» – десятилетняя Джета. Ее младший брат Эмиль умирает от тяжелой болезни. Джета! Да, Эмиль? Я никак не могла выучить текст, потому что я начинаю учить, и я начинаю плакать. У меня до сих пор подключается это, и это хорошо. В общем, есть что брать с собой в спектакль. Это хорошо. Что история задевает актера. Девочка пытается найти ответы на вопросы, которые не знают даже взрослые. Что происходит с нами, когда мы умираем? Почему Бог милосердный, но забрал ее брата к себе? Чтобы здесь, наверху, на земле, оставалось место для новых людей. Да пошли они кое-куда, эти новые люди! Исчезаю! По-своему, с потерей близкого человека пытается справиться главный герой монопьесы Коля против всех. Коля – подросток, который противостоит миру агрессивных одноклассников, лицемерных учителей и домашнего тирана – бабушки. Эта история полна юношеского максимализма и бунта, ведь Коля борется за свое место в жизни. Он хочет осуществить мечту. А этот спектакль, как вам сказать, о чем он? Он, наверное, о том, скорее, не о борьбе человека с системой, а скорее о том, что человеку нужен человек. У Коли... Как раз такого человека не оказалось. А можно к вам? Яркой точкой третьего фестиваля моноспектаклей «Чат» становится постановка «Самойлов. Память». Это работа молодого артиста «Крик души», призывающий вспомнить несправедливо забытого поэта. Пушкин 20 века называли его современники за простоту, легкость и музыкальность стиха. Когда артист выходит с чувством праздника, и зал приходит с чувством праздника, и мы, у нас вот эта дуга образовывается, живая, вот тогда это честное актерское творчество. И этим звуком был равновелик двукратный отзвук заречной пальбы от цыганов,
который туговат был на ухо любил, чтоб звук был полон, он так был рад, как будто произвел он и молнию, и грозовой раскат. Он знал во время колки дров под вздох и взмах, как будто думать легче. 11 спектаклей за 5 дней – это хорошо. Что для вас та самая честность? Что это такое? Честность. Честность – это когда ты точно знаешь, чего хочешь, при этом талантлив, и при этом вот тебе хочется поделиться с миром каким-то своим открытием, своим видением жизни, своим пониманием творчества. Но это происходит вот в силу, как кто-то из писателей сказал, если можешь не писать, не пиши. Да, вот если можешь не играть, не играй. Вот здесь те, которые не могут не играть. Ты один на сцене, и ты обязан передать то многообразие, то своеобразие литературы и темы, с которой ты выходишь на площадку к зрителям. Кстати, зрители это очень хорошо чувствуют. На самом деле, это возможность одному человеку превратиться в огромный оркестр, приоткрыть в силу своего воображения, своего таланта, приоткрыть мир и ввести туда зрителя, познакомить с другими персонажами, с историей изнутри. Так вот, ты не только видишь этих людей, понимаешь их, сочувствуешь, сопереживаешь, но ты еще и заглядываешь себе внутрь, и какие-то потаенные струны твоей души, какие-то тайники открываются, и тебе становится не по себе. И это делает один человек. Это, наверное, главное в моноспектакле. Мы приехали из города Кинишмы, из Кинишемского драматического театра имени Александра Николаевича Островского и привезли пьесу по пьесе Жанна Кокто «Человеческий голос». Я сам сибиряк. Моя родина малая – это город Томск. Я из Новосибирска. Москва, МХАТ имени Максима Горького. Я Марчелла Стати из Магаданского театра драмы. Я Серов Артем Евгеньевич. И приехал я к вам из Москвы. Мы приехали к вам со спектаклем «Семья Иванова» по Платонову. Александр Аладышев, артист Владимирского академического театра драмы. Валерий Сабельников. Я артист драмы второй категории. Работаю в Самарском молодежном драматическом театре «Мастерская». Мы из Екатеринбурга, славного уральского города. А представляем мы молодежный камерный театр, сокращенным КАТ. Я из города Челябинска, новый художественный театр, актер нового художественного театра. Артистов, которые приезжают на фестивали, часто не хватает свободного времени, чтобы познакомиться с городом. Но актрисе из Новосибирска повезло. Ее поезд прибыл в 6:30 утра, и сегодня я проведу до нее небольшую экскурсию по нашему городу. Здравствуйте! Здравствуйте! С приездом вас! Ой, спасибо! Ты сказала, что ты в Омске уже не первый раз. Вообще, какие у тебя впечатления о нашем городе? Мне понравилось, но у вас проезд дорогой. Ух ты! Это кто такой? Это наш знаменитый омский городовой, который следит за всем, что происходит на улице Ленина и с одной, и с другой стороны. А это его верный друг. Я думаю, ты уже догадалась, что если потереть его нос и голову, то все твои желания сбудутся. Расскажи, что загадала, поделишься?
чтобы все прошло хорошо на фестивале. Вот мы с тобой дошли до еще одной омской достопримечательности, излюбленное место нашей молодежи. А, здесь такое прям тусовочное место. Ой, как поет птичка. А, это вот у нас пространство появилось после реконструкции улицы Ленина. Вот такое уютное пространство. Здесь проходят летом вечеринки. И давай я угощу тебя омским кофе. Ну что, за встречу? Давай. И дружбу между нашими городами, между Новосибирском и Омском. Это городской пьяница. А это памятник нашей знаменитой Любочке. Вообще в народе улицу Ленина и вот этот вот небольшой проулок называют Любинским проспектом. Говорят, если ей нашептать на ухо свое девичье желание, то оно обязательно исполнится. Уже, конечно, о таком желании я спрашивать не буду. О нем нельзя рассказывать. Ну что ж, Любочка. Да, утренняя прогулка по Омску удалась. Такого в твоей жизни еще не было. Моноспектакль вообще жанр очень сложный. У тебя же партнера нет. Моноспектакль — это, ну, будем так говориться, вершина актерского мастерства. Ты сам себе партнер получаешься. Это очень сложно. Это когда человек стоит один на огромной этой арене посреди океана, можно сказать, ну, если вот так образно говорить. Моноистория, она как раз-таки дает такую документальность в плане общения с людьми. И помощи ждать неоткуда. Он один. Актеры моноспектакля говорят, что должно в жизни что-то произойти, чтобы родилась такая постановка. Так это или нет? Да, пожалуй, это, ну, моноработы, они всегда очень личные и этим ценные. Это возможность высказаться в абсолютной свободе своего личного подхода. Это мое высказывание. Потому что наша профессия зависимая, как бы мы зависим от режиссера, как он строит, какая концепция, какие там измы он будет употреблять, в каком жанре тебе работать, как ходить, куда ходить, какой материал, какую роль тебе дадут. Тут я выбрал, я самое свое любимое, самое сокровенное, как бы это плюс абсолютный. Мне кажется, большая смелость нужна. Очень большая, очень большая. Или глупость. Или глупость, что, в общем-то. Да, две крайности. Наверное. Соприкасаются. Да. Существование актера на сцене в обычном спектакле и существование в моноспектакле. В чем разница? В моноспектакле ты один сотворяешь как бы этот событийный ряд. Недостаток любви в жизни. Там предположим, насилие власти над человеком. Недостаток свободы. Там, старость, смерть. Вот эти вот все главные темы, и актер вступает в конфликт как бы не с персонажем, а с идеей. Это круче. Музыка ветра. Что это? Для Ники Мурашовой подарок самого важного человека – папы. Отцовская любовь была для маленькой девочки чуть ли не смыслом жизни, но от неприятностей никто не застрахован. Гром развода, от которого уберечь дочку не смогли. А папа почему-то топтался на пороге и не проходил в квартиру. Мама не стала с ним здороваться. Повернулась, сказала: проходи, скажи ей сам. Папа обнял меня и ушел. Ника – героиня спектакля «Музыка ветра». Ей 14. А играет ее Надя Костюк, которой почти 25. И они понимают друг друга. Героиня – подросток, а я от подростка ушла недалеко. Да. И по моей, так сказать, жизни у меня все поздновато происходит. И взрослела я тоже достаточно поздновато, потому что пришло осознание только в 19 лет, что родители, оказывается, могут быть неправы. Только в 19. У кого-то бунт, да, там уже в 14-13, а у меня только в 19 произошло это. Все проблемы из детства, так говорят, ведь именно там каждый сталкивается с первыми трудностями, потерями и несбывшимися мечтами. Кто-то способен преодолеть испытания, а кто-то теряет почву под ногами и ищет виноватых вокруг себя. Прежняя я, кукольная оболочка, в которой я жила последнюю неделю, она трескалась, рассыпалась, разлагалась. Мне так захотелось сделать больно. Мама, это ты виновата. Развод, пьянство, смерть и любовь. Все это уместилось в одном пронзительном монологе.
Он длится чуть больше часа. Сцены одна за другой сменяют друг друга. Бешеная динамика спектакля или жизни. В зале тишина. Лица зрителей неравнодушные. Персонаж Ники Мурашовой вытаскивает на свет отголоски многих юношеских проблем. Как мне кажется, еще в нашей работе месседж такой, что ты не один. Вот такое случилось у этой девочки. И у тебя то же самое, да? Ты не один, не переживай. Все нормально. Ты нормальный. Бывает так, бывает сяк. Ты не один. После каждого показа спектакля на фестивале ЧАТ происходит такое обсуждение. Вот как вам кажется, это полезная практика или все же достаточно просто посмотреть спектакль и вынести какую-то для себя эмоцию? Это просто мнение, просто суждение, которое довольно часто художнику нужно. И артисты бывают благодарны за это. Потому что артист не может смотреть на себя со стороны. А нужна все равно внешняя оценка. Тем более, что спектакль идет всякий раз по-другому. А вот вы в целом, когда смотрите любой спектакль, не только на этом фестивале, вы вот всегда его смотрите именно как критик, анализируя постановку, или все-таки вы в первую очередь зритель? Это неразделимо. И это совсем не значит, что когда я захотел стать критиком, у меня атрофировались человеческие чувства. Совсем нет. Я точно так же плачу и часто это делаю. И я точно так же кашляю на спектакле или мне скучно бывает. Весь вопрос, что профессионал умеет вот эти физиологические реакции преобразовать в анализ. То есть со мной происходит ровно все то же самое, что происходит с остальным зрителем. Любой человек может говорить все, что угодно, и критик. Только критик обязан предлагать аргументы. Зритель может сказать... Спектакль – дерьмо. Спектакль великолепен. Спектакль где-то плох, где-то отличен. Зритель не обязан предъявлять аргументы. Что такое честность для актера? Ну, честность – это... То есть все, что я говорю. Я понимаю, о чем я говорю. Я не вру, даже если я выстраиваю логику другого персонажа. Я когда выхожу на сцену, я очень много отдаю себя зрителю. Что я честна перед Господом Богом. Я пытаюсь сделать все открыто, что на сцене, что в жизни. Это отсутствие предательства? Это равновелико. Что в жизни, что на сцене, врать-то нельзя. Искренность в том, что ты делаешь. Ну, не играть, а жить. Поэтому я надеюсь, что у меня получилось честное творчество. Все люди рано или поздно умирают, и животные тоже. Во всем виновата я! Я одна, да, я! А рыбы тоже спят?